В наши дни жир по-прежнему составляет до 60% рациона жителей Севера. Поэтому они защищены дополнительной прослойкой бурого жира под кожей. Если витамин С пополняют за счет крови оленя, то витамины А и Д поступают в организм с печенью лосося, трески и оленя. Несмотря на такую жирную диету, мужчины и женщины выглядят стройными и легко двигаются по тундре. Дело в том, что жизнь на севере гораздо более энергозатратная, чем в регионах с умеренным климатом. Опыт экспедиции показал, что расход энергии увеличивается больше, чем в полтора раза.